процент стимуляции? 100%. То есть, к сожалению, сердечко свое само не могло сокращаться. Сокращалось только под действием кардиостимулятора. И эта работа была полностью эффективной. Кардиостимулятор Емальцу Мануру Абдрахманову установили почти 30 лет назад. Тогда у мужчины диагностировали нарушение сердечного ритма. Операцию проводили в кардиоцентре Тюмени. Сюда же мужчина ежегодно приезжает на осмотры. Врачи хорошие, медсестры хорошие, санитарки тоже приветливые. Как поставили кардиостимулятор, то сразу намного легче стало. И жизнь лучше стала, и болеть меньше стало. Образ жизни как был, так и остался. Мужчина продолжает вести активный образ жизни. Занимается в тренажерном зале, рыбачит и охотится. На обследование в кардиоцентр из далекого села Лабхари приехала и Зоя Спасенникова. У нее тоже установлен кардиостимулятор. Лечащий врач очень-очень понравился. Хорошая девочка, такая общительная, приветливая, внимательная, объяснит, как надо. Я приехала, так сердечко у меня немножечко подшаливало, болело. А сейчас что-то движение какое-то на лучшую сторону идет. За прошлый год в кардиоцентр обращались более 4500 жителей Ямала. Около 3000 лечились амбулаторно, остальные в стационаре. 300 были прооперированы и получили высокотехнологичную помощь. Мы очень широко работаем с пациентами, проживающими на севере нашей Тюменской области. Поводы для обращения могут быть самыми разнообразными. Это все заболевания сердца, в том числе нарушения ритма сердца, которые требуют хирургического вмешательства. На операцию в Тюмень приехал житель Нового Уренгоя. На протяжении нескольких лет Илью беспокоила заложенность носа. Всему виной искривленная перегородка. Пришел к этому сам, но направление мне дал мой лор-врач. Это недалеко. И по отзывам тоже. Очень много знакомых, товарищей, коллег делали именно в этой клинике плановую операцию. Конкретный пациент в рамках ДМС абсолютно планово поступил на оперативное лечение. Стандартно он был прооперирован, пролечен с использованием эндоскопических технологий. Медицина – одно из ключевых направлений программы сотрудничества. Большое внимание, конечно, уделяется поддержке ямальцев именно с точки зрения медицины. По-моему, порядка 6 учреждений здравоохранения Тюменской области, самых крупных, которые оказывают услуги в рамках программы сотрудничества. И наша тюменская медицина к вашим услугам. Летом обязательно заботьтесь о своем здоровье, потратьте время, чтобы пройти, сделать полный чекап. Пройти обследование, лечение в стационаре и сделать высокотехнологичные операции в Тюмени могут жители Ямала.